Вторая волна наводнений обрушилась на Центральную Европу. Больше всех из-за ливней пострадала Польша. По меньшей мере, 18 человек погибло. Ущерб от стихии оценивают в сотни миллионов долларов. Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил сельские районы, которые больше всего пострадали от наводнения. В Словакии тысячи людей покинули свои дома. Власти страны выделили на восстановление 25 миллионов евро. Это наводнение в Европе оценивают как самое разрушительное за последнее столетие. Из-за ливней резко поднялся уровень воды в Венгрии. Столица страны сильно пострадала от наводнения. Канализацию прорвало. В ванне сточные воды. Когда вода начала прибывать, я пошла на кухню. Все произошло так быстро, что мы не успели собраться. Одежда осталась в шкафу. Мы потеряли все, что у нас было. Мы работали всю свою жизнь и потеряли все. Метеорологи ожидают, что в Центральной Европе ливни продолжатся еще в течение нескольких дней.